this groove. I step on one, you step on two. Now when we move, we're feeling the vibe, right? Said if we move, we're making a vibe, right? And if it stays, Тереза, милая. Привет. Ты вернулся рано. Очень рано. Да. Привет. Решил смыться. Отлично, тогда помоги мне. Пакуешься? О-о-о, новый. Красотища. И видно, дорогой? Разумеется. Мы же богатенькие, да? Мы процветаем, милый. Да, процветаем. Тереза. Слышал бы ты, какой у папы стал голос, когда я сказала ему, что ты работаешь в J.P. Oliver. Я думаю, что он уже любит тебя сильнее, чем я. Вряд ли. Да. Понимаешь ли? Сколько я себя помню, он вечно меня спрашивал. Тереза, у этого парня есть работа? Хорошо, что у меня есть. Конечно. Я так за нас рада. А ты не рад? Тереза, никого из мужчин не радует мысль о знакомстве с будущим тестем. Слушай, я тут подумал, может, лучше пока им не говорить? Брось. Это была твоя идея. Я знаю. Но теперь мне кажется, что эта идея была не из лучших. Ты все чудесно придумал. Мы объявим о нашей помолвке в день их юбилея. И поверь, это для них самый лучший подарок. Мама просто в восторге будет. Но я же беспокоюсь вовсе не из-за мамы. Я подумал про него. О. Да, смотри, у него вот-вот лопнет в мозгу сосуд, потому что вы этот матч сейчас проигрываете. Ну, нет. Тогда мы выигрывали. Да. Здесь мы сделаем навес. Роскошный тюль с фестонами. И повсюду розы. Паркетная танцплощадка. Здесь гости будут сидеть за столами, на стульчиках. Чистенько, простенько и элегантно. И кругом лепестки роз, и не чуть-чуть. Множество. У меня на свадьбе было множество лепестков роз. Ну, а свадьба-то с женщиной была? Разумеется, с женщиной. Если бы она была не женщиной, я бы удивился. И очень... Слушайте. Ах, это будет чудесный праздник, мистер Джонс. 25 лет прожить в браке. Да. Поздравляю и удачи. Спасибо. Привет. Привет, милая. Простите, что опоздала. Наш замдиректора заболел и сдерживает напор 300 учащихся пришлось мне. Они такие активные, наверное, едят одни витамины. Привет, Данте. Ну, Перси, которое выбрать? Вон то. Это вы, Перси? Которое дороже? Цена одинакова. Нет, цена у них разная. Вот это из Сакса, это из Мейсис. Сакс! Спасибо. У меня есть свое мнение. Мне нравится вон то. Правда? Ну, очень жаль. Я все же надену это. Аллилуйя. Родная. А? Послушай. Ага. А зачем ты меня тогда спросила? Это важный для нас день, и я хотела, чтобы ты поучаствовал. Лучше бы тут поучаствовал другой дизайнер. Перси, Данте славный мужчина. Славный мужчина, который временами спит с другими славными мужчинами. Да прекрати ты. Откуда такая узколобость, Перси? Данте арт-сексуалист. Кто? Гетеросексуалист со вкусом. Такого не бывает. Правда, он намекал на лепестки роз. Слушай, серьезный вопрос. И давай без шуток. Нам надо поговорить. Я знаю, милая. Текст обеда уже почти готов. Это хорошо, но я про другое. Про что? Этот парень, которого Тереза к нам привезет. Угу. Я не знаю, кто его родители, я не знаю, откуда он родом. Я ничего о нем не знаю. Но я хочу попросить, дорогой, будь доброжелателен. Я доброжелателен. Тогда будь таким подольше, чтобы хоть выяснить, кто он. Я уже выяснил. Ты влез в его отчеты? Вовсе нет. Ты влез в его отчеты, Перси? Ну, я заглянул в них. Да. Но там нет ни слова о характере человека, так? Но я 22 года работаю в судном отделе и сразу способен его раскусить. У меня по этой части талант, ты же знаешь. 5 секунд, и все сделано. 5 секунд, и все. Уж мне ли этого не знать? Что-что? Что слышал?